Здравствуйте, с вами магазин Кадо, и мы выбираем хороший опрыскиватель для сада или огорода. Что нужно сказать об опрыскивателях DiMartino? Во-первых, здесь есть колбы из разного материала. Отвечая на вопрос одного из наших покупателей, почему серия Crystal и серия Gea стоят по-разному. Crystal стоит дешевле, несмотря на то, что имеет фиксацию в закрытом положении. Серия Gea стоит дороже. Рассмотрим основные отличия. Во-первых, из чего состоит опрыскиватель Gea. Колба у опрыскивателя Gea изготовлена из толстостенного прочного пластика. Для опрыскивателя Gea не нужен клапан стравливания давления. Опрыскиватель Crystal изготовлен из более тонкого пластика. Поэтому здесь необходимо при наборе давление, в частности 3 атмосферы в ручных опрыскивателях, понимать, что когда мы наберем полное давление в опрыскивателе Crystal, клапан самостоятельно приоткроется и стравит ненужное давление. Это будет сигналом к тому, что вы достигли 3 атмосфер и можете уже начинать работу. Если вы закончили опрыскивание, но осталась у вас жидкость, при помощи этого клапана вы можете стравить давление, жидкость останется в колбе. В опрыскивателе Gea давление не стравливается, но прочная колба позволяет не обращать внимания на такие мелочи, как избыточное давление. Колба это не треснет, не лопнет. Колба имеет значок TÜV. И подвергается этот опрыскиватель ежегодной европейской сертификации. То есть этот опрыскиватель полностью безопасен, он хорош в работе и, в общем, прослужит долго. Гарантия на колбу 3 года. Это минимальная гарантия. Дальше можно покупать комплектующие по мере того, как они будут, собственно, приходить в негодность. Поэтому что можно сказать? Вы выбираете для себя, для опрыскивания вашего огорода, опрыскиватель DiMartino. Что вам больше подходит? Важный момент. Как правильно держать опрыскиватель? Покажу, как неправильно. Вот так неправильно. Здесь продуманная эргономика. Указательный палец ставится четко до конца ручки. Большой палец кладется в выемку на кнопку и нажимается. То есть у вас палец большой и, собственно, пальцы руки не участвуют фактически в этой работе. То есть если вы правильно взяли опрыскиватель, он просто вот висит у вас на руке, большой палец прижат к кнопке распрыскивания, и рука находится в нормальном положении, как вот не полностью сжатый кулак. Еще раз показываю, как нужно делать. Это здесь точно такая же система. Вот вы кладете целиком большой палец, но можно еще использовать клапан. Gea, поскольку здесь использован более серьезный крепкий пластик и металлический штук, стоит, соответственно, дороже. Crystal, здесь более тонкий пластик и пластиковый шток, стоит дешевле. Там небольшая, на самом деле, разница, но имеет клапан стравливания давления. Поэтому выбирайте любой из этих опрыскивателей. Они удобны в работе, и один, и второй. Если у вас большие объемы, воспользуйтесь предложением от DiMartino для уже помповых опрыскивателей, для таких солидных объемов. Оба опрыскивателя хорошо себя зарекомендовали. Покупайте опрыскиватели в магазине Кадо, покупайте лучшие опрыскиватели от компании DiMartino.